Вовлечение студентов, аспирантов и молодых ученых в проектную деятельность – такова главная цель партнерства ведущего вуза Востока России и федеральной телекоммуникационной компании «Теле2». Соглашение о долгосрочном сотрудничестве заключили на полях ВЭФ. Звучала задача о создании на базе университета инжиниринговых центров и центров научных разработок ведущих корпораций и компаний, действующих в Российской Федерации на базе Дальневосточного федерального округа. Компания «Теле2» – это наш партнер, мы действительно работаем не первый год, и сегодня мы закрепили возможность создания так называемого студенческого проектного офиса. В проектном офисе, по словам ректора ДВФУ Никиты Анисимова, студенты смогут не только реализовывать проекты под руководством наставников, но и разрабатывать новые в области цифровых технологий, которые позволят развивать услуги мобильной связи, использовать более эффективно человеческий капитал на Дальнем Востоке. В таких специалистах заинтересована компания «Теле2» и не только. Мы считаем, что очень важно для нас, как компании, получать доступ к наиболее передовым технологиям, которые культивируются в университете. А для университета очень важно, чтобы образование не являлось теорией, а было максимально приближено к практике, к реальному бизнесу, к реально действующей компании. Партнеры планируют проведение совместных семинаров, конференций, форумов для качественной реализации значимых проектов развития образования и социального предпринимательства. Также «Теле2» продолжит учреждение именных стипендий для студентов ДВФУ. Этот проект компания и ВУЗ реализовали в прошлом учебном году. Действительно, мы сотрудничаем уже не первый год. На первых этапах наше сотрудничество состояло в том, что мы проводили различные конкурсы для наиболее талантливых студентов, выделяли стипендии. А вторая очень важная тема – это предоставление возможности проходить практику в реальных командах нашей компании для студентов. Это летняя практика, но очень важно, что по результатам этой практики наиболее продвинутые студенты, те, которые добились наиболее качественных результатов во время практики, получают возможность трудоустройства в нашей компании. В конкурсе на получение именных стипендий «Теле2» приняли участие 80 студентов ДВФУ. Оператор поддерживает различные проекты и мероприятия вуза, менеджеры «Теле2» проводят лекции и мастер-классы, на которых рассказывают будущим выпускникам о возможности развития карьеры в ведущей телекоммуникационной компании. Олег Завьялов, Анна Бережная, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.